Азербайджан, Турция и Иран демонстрируют единую позицию в связи с реализацией транспортных проектов в регионе. Армения, если будет вести себя нормально, тоже сможет получить выгоду от данного процесса. Как передает канал 13, об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая на 14-м саммите Организации экономического сотрудничества, прошедшем в четверг, 4 марта в онлайн-формате. Глава государства подчеркнул, что после славной победы Азербайджана над Арменией на Нагорно-Карабахскому конфликту был положен конец. Он остался в истории. «Сегодня мы думаем о будущем. Для обеспечения мира и стабильности в регионе мы приступили к обсуждению транспортных проектов, соединяющих многие страны», — сказал Алиев, отметив, что новый транспортный коридор, который пройдет через историческую территорию Азербайджана, Зангезур, и соединит основную часть Азербайджана с неотъемлемой частью страны, Нахчеванской автономной республикой и Турцией, откроет новые возможности в транспортном секторе в регионе. «Мы приглашаем государства-члены Организации экономического сотрудничества воспользоваться Зангезурским коридором», — подчеркнул президент.